Премьер Медведев фактически выступил против инициативы президента Путина по возвращению права возбуждать налоговые дела силовикам. Медведев предостерег законодателей от поспешной и необдуманной отмены действующего сейчас порядка. Возбуждать-то можно все, что угодно, особенно по заказу и за деньги. Здесь должны быть эффективные процедуры и качественные суждения со стороны правоохранительных органов. Они должны в этом разбираться, а не просто проштамповывать возбуждение уголовных дел. Вот об этом, мне кажется, нужно задуматься всем, в том числе и тем, кто сейчас рассматривает законопроект в Государственной Думе. Сегодня же против президентской инициативы выступило Минэкономразвитие. По мнению ведомства, возвращать утраченную следователями в 2010 году возможность возбуждать уголовные дела проблему ухода от налогов не решит, а деловой климат ухудшит. Изменения, предлагаемые проектом закона, создают риск необоснованного привлечения к уголовной ответственности, а также возможность для различных злоупотреблений со стороны следственных органов. Впрочем, полного согласия между министерствами не наблюдается. Минфин, например, идею СХР поддержал, ведь ее цель увеличить налоговые поступления в бюджет.